Полуодержка, полуодержка внутренней рукой. Да, тебе надо подсократить. Остановку. Почему пролетели? То есть заранее подсократи, чтобы у тебя получился переход спокойный. Он тоже сам торопится пройти все быстрее. А наша задача, чтобы он всадника слушал. Во, молодец, да. Стоять. Стоять, стоять, стоять. Ничего. Стоим. Похвалили. И поехали, повторяем. Нужно, чтобы он тоже разобрался. Молодцы. Вот, теперь стойте. Я вам чуть-чуть стойте. Я вам чуть-чуть помогла. И движение рыси. Молодец, Лунтик, хорошо. И опять повторяем.